На 20 дней будет закрыта часть трассы республиканского значения А2 в районе реки Бадам. В связи с высокой загруженностью движения на объездной трассе Ташкент-Алматы, переправа сегодня требует немедленного ремонта. Мост был возведен в 1960 году прошлого столетия. Последние 15 лет здесь не проводились никаких профилактических и ремонтных работ. Асфальтированное покрытие моста пришло в негодность. Каждый раз, когда большой груз следует через мост, он начинает ходить ходуном. Мы не сможем провести капитальный ремонт, пока не закроем этот объект. Мост будет закрыт на ремонт с 20 мая. Срок начала работ решено было перенести по нескольким причинам. Во-первых, это трасса республиканского и областного значения. А потому, прежде чем закрыть переправу на ремонт, необходимо указать объездные пути не только для городских жителей, но и для водителей, следующих транзитом. Во-вторых, необходимо установить дорожные знаки. Причем не только на самом мосту, но и на протяжении нескольких километров трассы. А затем еще и начертить схему движения по объездному пути. Ответственные лица уже получили распоряжение на установку дорожных знаков. На всех перекрестках и пересечениях в течение 4 дней необходимо установить дорожные указатели и знаки, иначе не местным водителям будет непросто сориентироваться. Передвижение легковых автомобилей, а также межобластные и районные общественные перевозки Махтарал-Тарас-Алматы будут осуществляться по городу, то есть через улицу Гагарина с выездом на трассу А2. Большегрузные и транзитные автомобили будут передвигаться через трассы КХ-17 и КХ-11. Специалисты, проводившие исследования моста, напомнили, что сваи переправы находятся в неплохом состоянии. Реконструкции подлежит лишь проезжая часть моста. Согласно планам руководства города, у моста шириной в 11 и длиной 250 метров планируется в ближайшее время возвести дополнительный мост.